Буквально только что ярославец Михаил Короткин вернулся из Шарм-эль-Шейха. В Египет мужчина ездил с женой и детьми. Новость о падении самолета с туристами из Санкт-Петербурга застала их прямо на отдыхе. Думать о плохом и пугать дочерей с супругой, говорит мужчина, тогда не хотелось. Я, так сказать, в приказном порядке отключил телевизор, вот, чтобы, так сказать, не омрачать отдых семье. Вот, потому что, ну, на месте мы ничего не можем же сделать, правильно? То есть отдыхаем, продолжаем отдыхать. Вот, что там случилось, тем более и до сих пор не ясно. Однако обстановка на излюбленном курорте все же изменилась, говорит Михаил. Охраны стало больше, дежурят автоматчики, на экскурсиях проверяют фотоаппараты, просматривают то, что запечатлели туристы, появились табу. Усилился досмотр в аэропорту. Ну, скажем так, это просто вылилось в то, что побольше времени заняло. Мужчин и женщин на финальном досмотре разделили, ну, чтобы женщины, так сказать, ощупывали, извините за выражение, осматривали женщин, да, мужчины все-таки мужчин. С 6 ноября российских туристов в Египет уже не пускают. Авиасообщение приостановлено. Тем не менее, сегодня там остается 300 с лишним жителей Ярославской области. Среди них и Вероника Корнева. Нам удалось связаться с девушкой по телефону. Туристы так размеренно, не суетится никто. То есть не чувствуется вот этой паники никакой. Единственное, отели пустеют. С каждым днем все меньше и меньше людей. Как и следовало ожидать, говорит директор турфирмы Дмитрий Кубышкин, туристический рынок после запрета вылета в Египет теряет клиентов. Это касается в основном, скажем так, экономных туров. Тем более надо понимать, что ноябрь, декабрь – это так называемый русский сезон в Египте, где цены достаточно низкие и стабильны из года в год. Количество отдыхающих именно там россиян было всегда достаточно большое. Многие небольшие фирмы на грани разорения. Тем, кто заранее побеспокоился о своем отпуске, турагенты предлагают перебронировать Египет на любое другое направление. На данный момент, конечно, большинство выбирает перебронирование на Турцию, потому что на данный момент там все-таки 25 градусов по Цельсию. По крайней мере, это попадание в тепло, это все-таки отдых. Тем более, скажем так, параметры туров стараются сохранить в плане звездности, естественно, типа питания все включено. Возвращаются из Египта ярославские туристы в срок. Правда, багаж отправляется другим самолетом и будет доставлен уже по почте. Все вопросы, связанные с приостановкой вылета в Египет, можно уточнить по телефонам горячей линии Роспотребнадзора. Жалоб среди тех, кто сейчас греется на египетском солнце, нет. Ольга Преснухина, Олег Лушников. День в событиях.